собаку. Нам нужна, знаете, какая помощь? Какая? Нам нужно ее чипировать, потому что наших знакомых не пустили в поезд с собакой на Италию. Мы, конечно, мы едем сейчас в Будапешт, а потом на Германию. It's a law special for this situation where you don't need anything for your animals as long as you are traveling in a community in Europe. Okay, but I can give you a microchip. I have. Yeah, it's better. I give you one, but don't put it unless they don't tell you because it has the Romanian code, and you may put the microchip now, but not to work for Germany. But you have to put microchip in Germany. 4 дня назад. Возле моего дома упала бомба, был очень-очень громкий взрыв, это было в 5 утра. Вся моя семья проснулась, мы очень испугались, начали плакать, и спустя 2 минуты был еще один взрыв, и через 3 минуты еще один. И за это время мы просто успели уже друг с другом попрощаться. Can we take one more? Please, please. Because we forgot everything in our home. Thank you. Food, yes, please. На самом деле, путешествовать с животным — это не совсем удобно, потому что за нее доплачивать, например, в отеле нужно как за человека. Спасибо большое! Спасибо! Я не могла ее оставить дома, потому что это мой ребенок. Я ее очень-очень сильно люблю. Я готова на все для того, чтобы ей было комфортно и создать для нее самые-самые лучшие условия. Не оставили собаку, конечно же, ей 15 лет, она не сможет другой уже семье, не привыкнет. И тут нам помогают, слава богу, сделали прививку ей, которая необходима, чтобы передвигаться с собакой. А куда сейчас направляетесь, знаете? Мы пока что еще ничего не знаем. Мы не знаем, куда лучше, как лучше. Мы просто без дома. Наш дом — это вот здесь. Aici sunt cinci câini, toți sunt câini maldanezi, adică de rasă comună. Toți sunt câini care pot să facă activități asistate de animale pentru copii, pentru adulți. Și ne-am gândit că acum, cu această criză a refugiaților, cel mai bine ar fi să începem să vizităm centrele de refugiați, acolo unde sunt familii cu copii, ca să le aducem un strop de normalitate în viață. Nimic spectaculos, dar de fapt cred că în zilele astea normalitatea e cea mai spectaculoasă. Мы из Котовска. Уехали 4 дня назад. Вот там война идет. И мы своих животных оставили дома. Да, мой дядя их кормит. Да, это un gest minunat. Ne dorim să îi ajutăm pe acești oameni și acești copii să treacă cât mai ușor peste aceste clipe cumplite. Iar după cum puteți observa și dumneavoastră, câinii care au ajuns aici le aduc o enormă bucurie și să uite chiar și pentru câteva clipe de coșmaruri prin care trec.